Рабочий класс Свердловской области продолжает подготовку к субботнему митингу в поддержку Путина. Сегодня рабочие Северского трубного завода рисовали плакаты и придумывали кричалки, чтобы прийти с ними на привокзальную площадь. Анастасия Кондрашова наблюдала за процессом подготовки. Обеденный перерыв рабочие Северского трубного завода проводят творчески. К примеру, эта четверка креативит, придумывает кричалки и создает плакаты. Все это будет увидено и услышано в субботу. На митинг в поддержку Владимира Путина они приедут целыми цехами. Специальность Полевского. Стабильность, развитие, Родина. Слоганы придумали краткие, но меткие. Уральские рабочие уверены, Путину бы эти слова понравились. На привокзальной площади прозвучит еще «Нам по пути» и «Престиж рабочего, гордость страны». Сами создатели лозунгов говорят, все эти слоганы из их трудовой жизни. Лично я поддерживаю то, ради чего это все происходит. Я готов сказать, что я доволен, потому что именно благодаря этому я в этом году смог получить жилищную субсидию, благодаря чему я купил себе квартиру, и моя семья сейчас обеспечена. Я получаю стабильный доход. Их коллеги из трубоэлектросварочного цеха к митингу готовятся, не отрываясь от производства. Зачем в выходной день ехать за столько километров, здесь знают наверняка. Так Андрей Воробьев сейчас председатель правкома трубосварочного цеха. А еще несколько месяцев назад был здесь бригадиром. Руки еще помнят ту самую рабочую перчатку. Я прекрасно все это помню. Все эти 90-е годы, когда предприятие лихорадило, когда отправляли людей в вынужденные отпуска. Рабочим нужна прежде всего стабильность, чтобы они знали, что они придут на работу, у них есть работа, что они придут в кассу, у них есть зарплата. С тех пор, как государство пошло по стабильному пути Путина, на заводе произошли значительные перемены. Модернизированы цеха, появилось новое оборудование, повысилась заработная плата. За это время рабочая профессия действительно стала престижнее. Появляются новые рабочие места, практикантов на заводе стало еще больше. Некоторые приходят даже с романтическим настроем. Со школы мечтал стать сварщиком. То, что у меня отец работал тоже на этом заводе, ну, можно сказать, много лет отработал сварщиком. Но работа уже давно, как бы нравится работа. Поддержать Владимира Путина от трубного завода всего отправится почти 200 человек. А кто будет занят на производстве, мысленно будет со своими коллегами по цеху. За стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Анастасия Кондрашова, Александр Плюснин. Информационная программа «День». Полевской, Свердловская область.